Специальная комиссия проверила магазины в Центральном рынке и торговом центре «Этажи» в Щелкове на соблюдение санитарных нормативов. Продавцы обязаны соблюдать масочный режим. Также сотрудников магазинов просили показать сертификаты о вакцинации от COVID-19. Такие рейды проводятся на регулярной основе. Еженедельно мы проводим рейды по контролю за исполнением постановлений главного санитарного врача совместно с полицией, с Роспотребнадзором, с Госсанэпидтехнадзором, выявление нарушений. Стоит отметить, что всем предпринимателям, не соблюдающим дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, грозит административный штраф. За несоблюдение масочного режима в соответствии с кодексом административных правонарушений Московской области, статья 3.6, грозит административный штраф в сумме 4000 рублей на физическое лицо. По итогам проверки у продавцов щелковских магазинов было обнаружено лишь два нарушения. В большинстве своем сотрудники магазинов соблюдают все необходимые правила безопасности. Стоит отметить, что другие санитарные меры также должны осуществляться в магазинах. Предприниматели обязаны дезинфицировать помещения, ставить антисептик для рук и следить за дистанцией 1,5 метра в очереди. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.